Делаем подделку солнышка. Вот начала красить лучики в желтый цвет. Решила перекрасить более яркий, насыщенный. Вот заготовочки башмачков. Вот ручки. Вот держатель для рук. Крашу. Все покрашено. Вот так вот красим ручки. Ой, не ручки, а лучики. Потом высохну, переворачиваю. И еще раз красим. Потом надо ждать, когда досохнет. И переворачивать, красить. Да, у нас такие косички, лучики.
Конечно, это можно не красить, если есть желтые нитки или желтая ткань. Можно не красить, сразу сделать из желтых ниток, желтой ткани. Но так как я на данный момент живу летом на даче, на дачу мне негде взять, вот приходится делать с того, что есть. Поэтому мы красим. А можно все это было упростить, не красить. Ну, мы не ищем легких путей, делаем с того, что есть, и красим. Подсохнет, перевернем и еще раз покрасим с другой стороны. Чтобы лучики были похожи у нас на лучики, чтобы были желтенькие. Ну, сейчас подвесим сушить на солнышке. Солнышко на солнышке. Так сейчас пока будет сохнуть на солнце. Вот это вид сзади. Тут тоже будет все украшиваться.